Всем привет! Посылка, заказанная на Алиэкспрессе, пришла с города Твери. Сейчас мы ее распечатаем. Здесь должна быть сварочная проволока для полуавтомата, обмедненная для сварки в среде газа, углекислоты или газовой смеси. Так, в общем. Это сварочная проволока, предназначенная для сварки полуавтоматом в среде защищающих газов, да, так я говорю. Здесь 5 килограмм нету, там было заявлено 4 килограмма 1 миллиметр. Монолит, как электроды, просто была мне по цене 1000 рублей, Made in Украина, ух ты, спасибо, 1000 рублей. Даже 1100 нету. В общем, заказал. Газ пока не приобрел. Но надеюсь, когда буду ее испытывать, газ у меня будет. Один миллиметр. Это код. Дальше не имеет смысла распечатывать. Распечатаю, когда буду ставить на сварку. Ссылка на нее будет в описании. Сейчас я вам еще покажу параметры. Значит, маркировка ГОСТ СВ08Г2С. Так. Проволока предназначена для сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей. Намотка рядная, катушка D200. Все. В общем, встретимся на сварке. Так, проволока 1 миллиметр. 1 миллиметр. Как она называется? Монолит. Монолит стандарт. 1 миллиметр, обмедненная. Значит, сейчас буду заваривать вот этот уголок. Я
А он хуй ловит, да? Не, он там-то ловит. Это углом назад, а это углом вперед. Так вот получается. Как варил вот этим. Так, поставил проволоку. Вот она, проволока. Монолит. Уже я немножко ей поварил. В общем, ну, проволока для проволока. Че ее хвалить? Ругать, хвалить. 1 миллиметр. Я еще 0,8 прикупил. Вот, сейчас. Вот, варю уже. Сейчас приварю. Ну, так покажу, что она варит хотя бы. Светофильтр не буду одевать, так как я не собираюсь макросъемку показывать. Thank you.
общем, как-то так. Проволока варит, можно заказывать. Просто я не очень ничего варю так нормально. В общем, ссылка будет в описании. Ну, варит, в общем, нормально. Просто я еще в этом деле не профессионал. Еще толком не соображу, как настроить. Проволочку можно заказывать. Сейчас я стульчик варю. Доварю. В общем, ссылка будет в описании. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока.